потом. Да, конечно. Сеньор, одетый в бархат и парчу, сегодня мне поведал по секрету. 3000 отдав за должность эту, в год верных 10 000 получу. А между тем, напомнить вам хочу, воришку призываем мы к ответу за старый плащ, за медную монету, и отдаем беднягу палачу. Сурово правосудие деснится. Увы, закон наивен, хоть свиреп. Он мнит в лесной глуши, и разбой таится. Тогда как каждый видит, кто не слеп, что наша просвещенная столица огромнейший разбойничий вертеп.